Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак. И сегодня разберем настройку на примере лазерного уровня Akulina K435. Подобных уровней с другими названиями очень много, поэтому настройка будет идентичной по большому счету. Так, ну давайте для начала его разберем. Разбирается он достаточно просто. Стоит выкрутить всего лишь один вот этот болтик и снять защелку вот здесь. Сделаю это с помощью отвертки, плоской, маленькой. Все, и весь корпус снимается. Вот так вот выглядят внутренности этого лазерного уровня. Конструкция довольно простая. Кстати, очень удобно, что при разборе вся система выравнивания остается в рабочем состоянии. То есть можно ее включить, тут же настраивать и проверять быстро. Это намного удобнее, чем у лазерных уровней, у которых верхняя часть не закреплена. И нужно собирать каждый раз прибор перед проверкой очередной. Если вам видно, вот там внутри есть стержень, который касается кольца такого. Происходит замыкание и уровень начинает пищать. У каждого уровня есть вот такие волоски, вы, наверное, уже видели, тоненькие проводочки. А это не случайно, их делают специально, чтобы не затруднять движение маятника. Если были толстые провода, то маятник не смог бы ходить так свободно. Так, ну давайте вернемся к настройке. Настройка здесь очень простая, в которой участвуют всего лишь два болта юстировочных. Это юстировочный болт поперечного смещения маятника и юстировочный болт шестигранником продольного смещения маятника. Все, всего лишь два болта. То есть вы можете регулировать тут только маятник. Эти три болтика в юстировке не участвуют. Как, допустим, у лазерного уровня Fireco F112R, настройку которой может посмотреть по ссылке в правом углу. Вот эти три болтика не участвуют в настройке смайлов. Эти болтики держат линзы. Вот эти два болта держат вертикальную линзу, сам стержень линзы. Вот этот болтик держит горизонтальную линзу. И вот эти два болтика также держат вот эту горизонтальную призму. То есть в устранении смайлов это не участвует. Здесь смайлы не регулируются. Ну и скорее всего их здесь и не будет, потому что конструкция сделана таким образом. Смайлы могут возникать здесь крайне редко, только при сильных ударах каких-то. В принципе, это уже не будет ремонтироваться. Давайте рассмотрим, в каких ситуациях какие болты крутить. Так, соответственно, самая первая и самая простая ситуация, если у вас лазерный крест наклонен в какую-то одну из сторон, вправо либо влево. Здесь все просто, здесь используем всего один юстировочный винт. То есть, соответственно, маятник нам надо наклонить вправо либо влево. Здесь смещаем, значит, центр тяжести маятника вот этим поперечным винтом. Здесь используется шестигранник. То есть, если нам надо его повернуть вправо, то, соответственно, мы этот винт выкручиваем, чтобы с этой стороны создавалось большее давление. Соответственно, маятник будет поворачиваться сюда. И если в другую сторону требуется наклонить маятник, то, соответственно, вот этот юстировочный болт мы, наоборот, вкручиваем до нужного положения маятника. Поехали дальше. Следующая ситуация, если один горизонт имеет наклон в какую-то сторону, а вертикаль при этом показывает правильно. Что касаемо именно этой модели, то здесь, в принципе, такая ситуация невозможна, так как на один излучатель приходится две призмы сразу одновременно, и вертикальная, и горизонтальная. То есть, по сути, один горизонт у вас сбиться не может, у вас в любом случае собьется тогда и вертикаль, поэтому вы все равно будете настраивать это все маятником. Следующая ситуация, когда горизонт у вас светит либо выше, либо ниже искомой плоскости. Здесь опять же все очень просто, регулируем сам маятник одним продольным винтом. То есть вот этот продольный винт, но здесь отверстия для отвертки нету, его требуется крутить с задней стороны. Так как здесь не подобраться, вот здесь есть наклеечка такая, за которой как раз находится отверстие, через которое можно ставить отвертку и покрутить данный болт. Также вставляете шестигранник и подкручиваете сколько нужно. Все довольно просто, потом соответственно обратно заклеиваете. Следующая ситуация касается одной вертикали. Если горизонт у вас показывает правильно, а вертикаль имеет отклонение вправо или влево, то опять же в данном случае это невозможно, так как две призмы, вертикальная и горизонтальная, расположены на одном излучателе. Поэтому одна вертикаль у вас сбиться не может, собьется вместе с горизонтом. Но если даже допустить такую ситуацию, что у вас сбита одна вертикаль, значит у вас вышла из строя призма, она разбита или что-то с ней не так. Следующая ситуация, друзья, это смайлы, но в данном случае разбирать ее нет смысла, потому что у этой модели нету винтов, которые бы их регулировали. В общем, друзья, юстировка данного прибора очень проста, это, конечно же, плюс, но то, что две призмы на одном излучателе, это, скорее всего, минус. Но, тем не менее, хороший, простой и очень дешевый прибор, выполняющий свои функции. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, всем спасибо, пока-пока!